Друзья, привет, с вами Сан Саныч. Сегодня мы снова на кухне. Сегодня мы будем с вами коптить кальмаров, делать кальмары горячего копчения. Купили мы вот такие 4 тушки, они уже чищенные. Сейчас мы их помоем, посолим и поедем на дачу коптить их на ольховой. Так, кальмары я помыл, придумывать особо рецепт я не буду, просто их посолю. Буду коптить минут 30-40. Особые рецепты я не искал, коптить кальмаров буду первый раз. Поэтому для начала будем коптить без специй. Попробуем где-то минут 30 покоптить, посмотрим. Много-мало. Возможно, что кальмаров мясо нежное, возможно, что нужно меньше. Так что попробуем, потом уже будем уметь. Так что поделимся. Кальмары я посолил, попробовал. Посолить внутри снаружи. Сейчас отправляем в контейнер и едем на дачу. We'll be right back.